экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» и выполнение боевых задач в море построен. Коммуникация, адмирал Суханов. Для освещения и выполнения боевых задач в море построен. Коммуникация, адмирал Суханов. Ваше свидетельство, командир 7-й пародийной эскадры корабля Северного флота, вице-адмирал Доброскоченко. Помилуй, Господи, помилуй. Живой тебя в великом Господине,
и отце нашим, святейшим патриархе Алексии. Петра, Гури же, и Гришников, и
истопления и всяких вражий, наведов и нашествий, и дащим силу, и крепость, и мужество, и победу над враги, креста твоего и на супостаты, здравие же и благополучны, во славу твою мирно возвращаем, и Господи Боже наш, удиви на ты, милости твоя на нас, и сам воеводству и воинству нашему, и заступник, и помощник крепко будет всем, и нам на тебя уповающим, и твоею, твоя всесильная помощи, верно чающим. Ты боишься крепость и утверждение, и мир наш, и тебе славу воссылаем за безначальным твоим отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. И освещается корабль сей, окроплен, окропление воды сия. Моряком,
Дорогой ценой досталась победа нам,
Баренцева моря. 119 боевых кораблей и 119 судов обеспечения погибли в неравной схватке с врагами нашего государства. Но память о них будет жить в сердцах миллионов людей и утихающей скорбью, наполнять наши сердца чувством огромной гордости за то, что в те суровые годы наш народ, наши моряки выстояли и победили. Ровно 56 лет тому назад, 10 августа 41 года, сторожевой корабль «Туман» на выходе из Кольского залива встретил трех эскадренных миноносцев фашистской Германии. Несмотря на неравные условия схватки, этот корабль был вооружен только двумя 45-миллиметровыми орудиями. «Туман» пошел на встречу со смертельным противником. Он погиб, но не спустил флага перед противником, повторив подвиг легендарных моряков крейсера «Варяг». Нашли свою могилу в Баренцевом море и другие корабли и суда, которые с честью защищали свободу и независимость нашей Родины. Здесь похоронен дважды герой Советского Союза Борис Феоктистович Сафонов. Здесь нашли свою могилу пограничные корабли «Жемчуг», «Бриллиант» и много других. Вечная память героям, павших в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Мы, моряки-североморцы, будем с честью продолжать те боевые традиции, которыми был воспитан наш Северный флот в годы Великой Отечественной войны. Мы будем развивать те традиции, которые были заложены на протяжении 300-летней истории нашего флота. И главное из них – наша духовность. И сегодня присутствие на нашем корабле святейшего патриарха Московского Севера Руси Алексия свидетельствует о том, что эти благородные традиции будут продолжаться и впредь. Разрешите мне от вашего имени заверить Святейшего Патриарха, что Северный флот, экипаж тяжелого крейсера «Адмирал Нахимов» сделает все для того, чтобы с честью защищать интересы северных рубежей нашего государства.
всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Боже. Скажи, Господи Бог, очень души, где же праведни упокояются? Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божия, Царство Небесного, и оставление грехов их, Христа, бессмертного Господа, Бога нашего просим. Отдай, Господи, Господу помолимся. Помилуй. Воскресенье, воскресенье, живот и покой, усопших раб твоих, всех на земле, погибших, и всех море погибших, воинов и вождей наших, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем, за безначальник твоим отцем, за пресвятыми Богим, и животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слово святое. Очень.